вырванные листки были. Ну, несовершеннолетние преступники, ну что спрашивать-то. Но зато остальные, это 20-то в руках, считают. Не всегда, но считают. А если так заботиться, то и никому ничего не дашь никогда. Говорит, а написано, псам не давай, там собакам тебя отпускают они. Правильно, не давай. Но я же не знаю, перед нами собака или свинья. Когда я ему дам, и как он ведет, как разговаривает, а то нельзя никому говорить, чтобы не попрали. Неправильно. Написано еретика, 3.10 к Титу послание. Еретика. Ну, еретики там, это по-нашему там и мусульмане, и все, которые не христиане. После первого, второго вразумления отвращайся. Первого и второго. У меня ни одного не было еще. Я первый день его. Сейчас тут буду беседовать. А тут 95% мусульмане. Так они не... Они неверующие, но они могут быть верующими. Мне же не сказано, проповедуй всем, а мусульманам не говори. Нет этого. Я им показываю, что Исаия у них пророк. Я вашу книгу не трогаю. Не трогаю, не задеваю. А она у меня всегда под рукой. Я говорю, считай, что? Коран, у него сразу лицо меняется. Коран, я говорю, считай. Баран, ничего не может просчитать. А нам только по-арабски. Как, я говорю, вы такие же глупцы, как мы православные. Стоим, как дундуки в храме, ничего не понимают. Не понимает тот, кто даже считает, помогает батюшке. Ничего нельзя сделать. Только остается дома на русском языке считать. Вот у нас, видишь, тут и на русском языке, и кое-что по-славянски. Мы не отрицаем его, но есть люди впервые пришедшие. Вот так. Если вопросов нету, я ухожу, с вами прощаюсь. С Богом. С Богом. Аллилуйя. Слава Христу.